Что, друзья, мы сегодня едем в Иркутск. Ой, в два места такие, одно противоречит другому, как говорится, да, не до праздников. В общем, едем сейчас в суд, потом немножко все расскажу. Судебные там наши разбирательства всякие, не разбирательства, а как сказать, ну, с домом все это связано, мы уже как-то рассказывали, да, нужно доделать все эти дела. И у нас еще потом такое праздничное мероприятие будет, это елка у детей, губернаторская елка. Ой, дай бог, чтобы мы успели, потому что у нас, по-моему, в 11, 10 или 20 суд, а к часу уже нужно будет на елку попасть. Так что не знаю, как мы сегодня будем успевать. В общем, вот там Лиза, Лиза, привет. А Слава с Надей побежали. Вот, школа у нас тут за обувью, потому что на елочку нужно будет сменную обувь. А Саша пошел в постсовет. Вот у нас такой есть, администрация наша, видите. Здесь нам тоже подарочки какие-то там, как многодетным, приготовили. Вот мы уже неделю не можем забрать. Времени все не было. Вот сейчас пока ждем ребят со школы. Саша побежал забирать. Вот, хотела показать нашу елочку. Посмотрите, какая она. Ребятишки делали игрушки новогодние. Ну, в поселке, который, да. И вот, ой, не знаю, видно, нет, развешали здесь. Ну, к вечеру она очень красивая, потому что гирлянду включают, ну и все такое. Так что едем сначала в суд. Вот троих ребятишек взяли, потому что на них только билеты новогодние на этот праздник. В общем, они медали выиграли на своей лыжной, да, по спорту. И вот трое у нас попали на елочку. Ну, это младшая просто группа, там большие сегодня в школу пошли. К нам приехала бабушка сегодня утром, Сашина мама. И вот она осталась с маленькими всеми. И мы бегом-бегом в попыхах, в общем, собрались. И вот сегодня... Дай бог, чтобы у нас удался день, а дай бог, чтобы в суде там все было хорошо, чтобы нам все-таки разрешили достроить дом и приватизировать его, так как у нас запрет на строительство в поселке, мы находимся в зоне такой национальной, поэтому, ну, не разрешено приватизировать, как бы строительство запрещено. Вот ребята пришли, и вот поэтому... Мы добиваемся разрешения, потому что разрешение на строительство давалось на 10 лет, мы начали строительство, а через 5 лет принимается закон о том, что строиться нельзя. И вот два таких закона, то есть мы уже начали строиться, а потом раз вступает в силу такой закон, что нельзя строиться. И вот, в общем, как нам сейчас примут. Посмотрим, что они. Саша уже много, конечно, бегает по этим бумажкам, всяким судам обращались, и к юристам, адвокатам всем, чтобы как-то нам помогли, разъяснили все, чтобы, ну... Правильно нам все это написать было, там заявление все составить. Вообще наш случай, если честно, исключительный такой. Нам сказали, что такого даже дела еще, ну, не разбирали. Вот, ну, вот Саша, я вижу, там с коробочкой что-то бегает. Где-то, видать, надо подпись поставить свою, что мы получили. Надюша, Слава, привет-привет. Забрали обувь? Да, все получилось. Ну, ладно. Морозно сегодня, 20 градусов было. Мы даже немножко дома замерзли. Ну ладно, потом бойлер там включили на двоечку, вроде согрелись, а то было очень холодно. Я даже аж хриплю до сих пор. Мы взяли не костюмы сегодня, а платьишки, да, такие обычные взяли, потому что нам еще в суд. А Слава вообще в школьном, да, не хочет он никакой костюм одевать. В школу оденет потом, ковбоя или Аладдина, не знаю, посмотрим. Папа. Вот, папа у нас Дед Мороз сегодня с подарками. Только костюма мам не хватает. Да. Еще какие-то письма счастья опять пришли, налоги, наверное, какие-нибудь. Мама, что это такое? Письма счастья называют. Такие пакетики там. Пакетики-то? С рисунком маленьким. Потом дома посмотрим. Что, письма счастья? Налоги, на. Ну, я и говорю, как всегда. На землю, наверное. Откройка, посмотри-ка. На которую мы даже ничего еще не делали. А это что такое? Бесплатно, что ли? Угу. Три билетика дали. Четыре. А почему? По-моему, должен быть 4. А, да, вон один спрятался. Детский городок профессии. Бесплатное посещение. Профессия? Угу. Мы еще там, кстати, ни разу не были. Ну ладно. Едем. С Богом. Thank you.
хватает денег у нас в машине. Все, мы добрались до сюда. Снимать там ничего не будем. Думаю, не стоит. Потом уже вам все расскажем, как есть. Что нам там скажут. Откажут или не откажут. Посмотрим. А сейчас только подготовка к делу. Ничего не откажут. Сейчас только сбор информации. Но мы нервничаем. Переживаем все равно. Ладно, с Богом. Все, ребята, мы вернулись. А, больше сидели, знаете, что? Вот. В общем, суд назначили на 28-е. Но пока новости не очень. Запрещено у нас строительство. Не знаю, сможем мы отбиться от них или нет. Еще администрация нам накатала такое письмо, что вот они, ну как сказать, на закон ссылаются, что нельзя и все. Но как же тогда нам выдали разрешение на строительство, да? Как нам выдали материнский капитал и все остальное? Как, тоже с нарушениями, что ли? То есть нам же приезжали, смотрели все, и документы, и разрешения все. А теперь оказывается, что мы нарушили что-то, построились незаконно. В общем, не знаю, что будет. 28 января назначили слушание еще одно, или тоже заключительное будет. Фу. Только начало. Начало только? Конечно. Мы так, конечно, расстроились немного. Не знаю, что будет дальше. Вот так попадешь в национальную такую зону. Ни елку срубить нельзя, дров нельзя тоже себе никак приобрести. Да это нам и не надо. Ну ладно, это нам не надо. В лес нельзя зайти, и дом строить у нас тоже нельзя. Что будет дальше, неизвестно. Дышать скоро через раз будем. В общем, ладно, едем мы на елочку. Будем радовать детей. Дети тут ни при чем. Что вот, посмотрим сейчас, адрес у нас есть, где эта елочка находится. Так, мы подъехали. Еще, правда, немножко рано, но ничего, мы сейчас пока приготовимся. Вас-то пустят? Ну, посмотрим, нас могут еще не пустить. Билеты-то всего 3. Будем с папкой сидеть в машине. Да. Посмотрим. Короче, мы покупаем себе билеты, потому что бесплатно нас не пропускают. Ну, вот рядышком там. Мы в Тюзе, кстати. Ну вот, ребята, сходили мы на представление, на елочку. Очень нам понравилось, конечно. Мы сделаем его, наверное, отдельным видео, так что там очень много материала просто. Обязательно посмотрите. Ребятам очень понравилось тоже. Ну что сейчас, значит, мы делаем? Мы приехали тут по делам. Вот такое вот здание. Саша пошел туда встретиться с одним человеком, надо ему что-то отдали, то ли починить, то ли что, ну вот сейчас принесет от компьютера что-то, или сам монитор, или что, в общем, не поняла. Мы тут стоим, вот так вот кое-как забрались, на бордюр даже Саша забрался. Вот, в общем, звонили домой, все там нормально, Алиса уснула, слава богу, хорошо, бабушка вроде бы нормально там справляется. Вот, очень сильно хотим кушать, думаем, сейчас заехать где-нибудь перекусить надо, потому что еще в городе есть дела, а до дома еще ехать и ехать, как минимум час, да. Вот, так что сейчас Саша сходит по делам, посмотрим, куда поедем кушать. Мы хотели там покушать, в этом Тюзе, но там что-то только сосиски и этот сок, и там все это там сладкое еще. Слышишь? Ну, бутерброда я даже не видела, сосиски там в тесте я видела. Там были бутерброды с огурцом. Хлеб, ну, в общем, сели уже, все хотели там покушать, потом решили, что в другое место лучше поедем, что-нибудь горяченькое такое, чтобы детей нормально покормить. Ну, вот. Короче, впечатления такие очень положительные, конечно. Я давно в театре не была, честно, с детства. А Лиза, Слава вообще ни разу, да? Я была, Надя была с классом ездила, да. Вот, в общем, ну классно, классно вообще. Надо, конечно, в такие места обязательно выезжать. Вот. А билет 300 рублей, кстати, стоил. Мы с Сашей покупали себе отдельно, а ребятишки бесплатно ходили. Вот. Ну, вот так. А билетики можно было обменять на подарки. Тоже такой приятный бонус. А как бы деньги ворачиваются. Да? Но ты бы тогда подарок не получил. Можно было не обменять. Не обменял бы, по подарок бы не получил. Вот что-то папа ничего не несет. Не знаю, что-то. Передумали. Наверное. Передумали, наверное, да. Ждем, ждем, тут минут 15 его уже. Переиграл что-то. Че, Саш? Заехать надо. Куда? Вот туда, на территорию. А, ну вот, заехать надо на территорию. О, это...
топовые. Короче, друзья, это нам решили отдать знакомые с офисов. Какие-то там мониторы, что-то Саша говорит. Ну, такое все уже, что списали. Саша же чинит, он, может быть, что-нибудь починит, до дома останется. Вот, сейчас. И сколько у нас трубок будет? Так они же там, может быть, из всех одну можно только будет собрать. Они же уже старенькие все. Все зубы. Ну. Мы уже тут с голода умираем. Я говорю, Лиза, дай-ка пакетик посмотрим. Какую-нибудь конфеточку, давай шоколадочку. Посмотрим. Дети-то голодные. Надя с Лизой. Ой, Надя. Надя со Славиком пошли папе помогать. А мы. Ну-ка, что там, посмотрим. Желейки. Желейки? Это которые в постсовете дали. Это... Всем многодетным, по идее, должны такие подарки быть. Это орешки такие. Вкусный, да? Вот нам такие. Какой-нибудь бисквитик. Вот это бисквит, смотри, на. Чтобы не сильно сладко. Вот. Потому что воды мама сегодня тоже не взяла. Мы сегодня так торопились утром. А это тебе? Что-нибудь такое надо, не сильно сладкое. Что там еще есть? Давай вывалим. Вот. Вот можешь. Смотрите, какой подарочек классный. Кстати, ребята, нормально, да, так? Вот. Напишите в комментариях многодетным, выдавали вам подарочки или нет. Может быть, шоколад. Не всем многодетным нет, выдают подарки. Может, от скольки-то там детей, ну что, в смысле, может быть, от 5 детей. Или все-таки от 3. Мне нравятся большие шоколады. Хороший подарочек нам нынче, смотрите, какой получился. Нормальный, да, конфетки все-таки не из дешевых, я считаю. Я люблю, кстати, я когда больше ложат вот всякие батончики, не целиком конфеты, потому что, дашь, ну, как-то, чтобы полезнее, что ли, было. Не знаю. А то, если карамельки там много, то это ж позалепят все зубы. Ну, а потом к стоматологу. А потом к стоматологу, да. Как я. Ну, ладно, я возьму тогда вот этот вот. Сейчас еще ребята придут, выберут. Давай, завязывай. У нас так вентилятор в машине сильно шумит. Его, конечно, можно уменьшить здесь, он сейчас на авто стоит. Тогда мы примерзнем на улице где-то минус 21-20 градусов. Поэтому мы на авто делаем, а шум сразу... Ой, в машине. Сейчас вентилятор начнет работать, вы слышите? О, заработал. Время уже 16:15, видите? Что-то все в пыли уже. Я не могу записать. Ну там, положи пока. Ребята пришли. Системники там, клавиатуры понаотдавали старые. Ну, видать, в конце года все списывается. А, у Саши здесь хорошие знакомые есть. Опа! Подарочки наши полетели. Подарочки упали. Удобно в этой машине, что можно все отодвигать, пододвигать. Кресло можно разложить или целиком даже по бокам убрать. Очень классная машина. Вот всем-всем советую. Она как бы бюджетная. Я не знаю, сколько она сейчас на рынке стоит. Может, 300 тысяч, может быть, 350. Степ-вагон. Очень классный. Еще что ли пошли? Да. Что там, все решили вынести? Ну, машина очень классная, конечно. Игрушечный, что ли? А что там игрушечный? Да нет, там все сломанные трубки. Папа что-нибудь выпаивать будет там. Это же все нужно ему, он же любит все это. Что-нибудь да починит. Ну, и все равно выкинут. Алло, алло, ну, папа. Все, что останется, да, Ваньке с Сашкой можно отдать. На игрушки. Ну, все вроде бы. Не вижу там, что они принесли что-то в коробках. Там еще два компьютера. Саш, что, все? Нет. Еще пойдем? Еще два монитора. Ага. Еще два монитора. Вроде бы мониторы рабочие. Да, вы все, вы можете садиться. Папа один сходит. Иди, один. Молодцы, помощники. Так, Алена, твоя задача вот здесь, вот на заднем сиденье, все прибрать. На пол, спустите, я сейчас все. Хорошо, сейчас. Так, мы зашли покушать. Вот ребятки здесь втроем сидят, а мы сюда пересели. А то мы тут все не помещаемся за одним столом. Так что приятного аппетита. Приехали мы в Rich Family. Надо взять подгузники. Алисе здесь самые дешевые. Памперс мы берем. Вот, уже видите, сумрачно на улице.
Смотри, какой ты. Что вцепилась меня? Что там? Мы тут еле место нашли сегодня. Посмотрите, сколько народу перед праздниками. Везде занято, припарковаться вообще негде. Особенно нам с большой машиной. Вообще сложно. Свободно одно место. Вот. Ну вот тут было для инвалидов, я не знаю, можно ли его занимать, нет, вот когда ты с детьми. Без знака не знаю. Ой, тут скользко, наверное, подниматься. Ну давай, Надя. Пошли, пошли, пошли. Ой, страшно, подожди. Не убиться, скользко. Так, там, наверное, снимать нельзя уже. Включаем. Все, ребята, едем мы домой. Купили подгузники. Наде маску в школу. А мальчишкам вот такие вот шапочки. Потому что они уже ни костюмы не будут одевать. Шапочки взяли по 50 рублей. И шарики. Какой праздник без шариков, да? Поэтому все, едем домой. Так, Лиза, пристегивайся. Не знаю, вот мы уже почти доехали. Уже в поселке. Хочу посмотреть, сегодня или не сегодня. Елка. Должна была поселковая елка быть. Что-то тихо, никого нет. Хотя вон ребятишки на катке катаются. Или так всегда у вас тут, Надя? Не знаю, мама там музыка работает. Каждый день не катается. Что-то пока не слышно, чтобы прям елка была. Зря они срубили. Срубленная, некрасивая. Да? Какой-то городок или что это? Лабиринтик. Вот наша школа. Да, там елка должна быть. Ага, видно, там в спортзале елку. Свет вообще снять. Вон она, видишь, посередине. Ура, мы дома.